Я предлагаю, я вот эту часть лица, левую, умою молочком, а вторую часть лица, правую, я умою чистиком. Вот я теперь вспомнила, как это было ужасно. Боже, глаз печет. Клянусь вам, я не выдумываю. Значит, теперь я беру свой чистик. Я его окунаю в воду, отжала. Я сейчас поближе подойду, чтобы меня все-все видели. И просто легким движением очищаю глазки. Обычным молочком и нашим чистиком для снятия макияжа. Но теперь я сделаю вот так, извините, по-другому, не знаю, как еще придумать, чтобы вы не думали, что я там куда-то побегу и что-то начну чистить. Просто поснимаю вот так. Просто тоник. Я сейчас пшикаю. И хочу сторону, которую я мыла чистиком, пройтись. Вот просто вам показываю. Показываю сторону, которую я мыла чистиком. Теперь можно сторону, которую я мыла не чистиком. Вот в чем разница. Вам видно? Вот в чем разница. Видите? Чтобы вам было понятно, значит, я использовала вот тут сколько ватных дисков, да? Я даже сейчас, и вот эта сторона, скажу откровенно, она мне немножко подпекает. Ну, такое не очень приятное состояние.